ткачихам Маршанского комвольно-суконного комбината Тамбовской области, товарищам Масловой, Бессонновой, Лаптевой, Пекшевой, Пряниковой, Дюндиной. Дорогие товарищи, сердечно поздравляю вас с высокими производственными достижениями. Ваши успехи являются ярким примером коммунистического отношения к труду, результатом высокого профессионального мастерства, умелого применения передового опыта. Желаю вам и вашим товарищам по труду успехов в работе, доброго здоровья и большого личного счастья. Леонид Брежнев, 5 июля 1977 года. Путь, равный столетиям, прошла наша страна после октября.